приветствовать вас на сегодняшнем вебинаре. Сегодня я расскажу вам возможность заработка с нашей компанией. И в конце вебинара, среди тех, кто у нас останется, и среди тех, кто заполнил форму по участию в нашем замечательном розыгрыше, будет проведен розыгрыш корзины с подарком. Большим. Так что обязательно оставайтесь до конца вебинара, и методом случайных чисел, да, с помощью генератора мы эту корзиночку разыграем. Итак, одну минутку. С вами познакомимся. Меня зовут Олеся Митренева. Я директор в открытой квалификации компании Арифлейм. Живу я в городе Барнаул, Алтайский край, это в Сибири. И сегодня расскажу вам о возможности, которые предоставляет наша компания. На данный момент я нахожусь в декретном отпуске и развиваю свой бизнес, не выходя из дома, находясь со своей семьей, со своими детками и получая официальный доход на уже... скоро на свой расчетный счет в банке. Я думаю, что каждому из вас это было бы актуально, да? Давайте я немножко расскажу о себе, о том вообще, как я пришла в компанию. Работала я на крупных предприятиях нашего города. У меня два диплома о высшем образовании. Это Всероссийский заочный финансово-экономический институт, город Москва. На данный момент это Академия при правительстве Российской Федерации. Я экономист по образованию. И второе образование – это бухгалтер современного предприятия. Стаж работы у меня уже более 12 лет, поэтому работала я на хорошей должности. В принципе, меня постоянно повышали, в прекрасном коллективе. Все было замечательно, отношения с руководством были отличные. Работа достойна по нашему городу, даже по нашему краю, довольно-таки высоко. И график с 9 до 6, в принципе, стандартный, да, для любого человека. Однако не хватало времени, потому что очень много времени уходило на дорогу, очень много уходило времени на саму работу, да, в некоторые периоды это работа ненормированный график, это работа выходные и так далее, то есть время на семью у меня, в принципе, не хватало. Как обычно говорится, да, есть у нас работа, но нет времени, либо есть у нас время, но нет у нас дохода, то есть выбираем что-то одно. На данный момент я сотрудничаю с компанией Арифлейм, прочитала бизнес-предложение своего спонсора и увидела возможности, которые предоставляет эта компания. Я думаю, что каждый из вас может для себя найти здесь что-то свое. Возможности, которые предоставляет компания Арифлейм, поистине безграничны. Хотите путешествия, хотите новые машины, квартиры, хороший, высокий, стабильный и постоянно растущий доход, все это вы можете найти в сотрудничестве с нашей компанией. Давайте начнем с чего? С идеи бизнеса, да? Что же предлагает компания для того, чтобы вы получали хороший доход? Идея бизнеса – это при регистрации в компании Арифлейм вам открывается собственный онлайн-кабинет, собственный онлайн-магазин товаров народного потребления. Вам дается собственный уникальный номер, неповторимый, да, с помощью которого вы заходите в личный кабинет на сайте компании, и вам уже доступны все разделы, которые недоступны для обычных потребителей, да, бизнес-разделы. И что мы делаем? Мы развиваем сеть онлайн-магазинов и предоставляем другим такую возможность. То есть в итоге мы становимся владельцами сети онлайн-магазинов. Я думаю, что каждый из вас понимает, что сеть – это как раз и есть те большие доходы, которые, в принципе, мы бы хотели себе получить. Почему же мы выбрали именно эту компанию? Компания уже находится на рынке 48 лет, то есть зарекомендовала себя как стабильный партнер. Выплаты партнерам, которые сотрудничают с компанией, были постоянные, то есть неважно, кризис или какие-то иные потрясения в стране, компания выполняет свои обязательства по выплате доходов, по выплате премий, причем, ребят, премии выплачиваются, начисляются в долларах и выплачиваются по курсу в рублях уже по курсу на сегодняшний день. И компания также, независимо от экономического положения страны, вывозит своих лидеров за границу абсолютно бесплатно, полностью за свой счет, за счет компании.
Это шикарные мероприятия, которые проводятся компанией. Это бизнес-класс, это самые классные отели, самые шикарные фейерверки, все включено, то есть просто потрясающе. Это следующий критерий – это комфортность продукции. Продукция у нас качественная, идет напрямую от производителя, то есть исключены подделки, которые могут присутствовать в обычных розничных магазинах. Цена на продукцию компании также довольно-таки лояльна. Здесь присутствуют сегменты от эконом-класса, да, до люкс-класса. И эта продукция пользуется постоянным спросом, что, в принципе, очень удобно для ведения бизнеса. То есть продукция постоянно заканчивается, и люди ее постоянно приобретают. Система доставки конечному потребителю тоже является очень важным критерием. То есть мы абсолютно об этом не задумываемся. Компания это берет на себя. Работа ведется наша через интернет, и обучение также ведется через интернет, не выходя из дома. То есть вы можете совмещать данный вид деятельности с абсолютно любой работой, с уходом за ребенком, находясь на пенсии и так далее. Также, возможно, проходя учебу в институте, даже в школе, так как наши партнеры регистрируются в компании уже с 14 лет, то есть с момента получения паспорта. Очень важный критерий, который на данный момент волнует многих, да, это официальный доход. Это 17 зарплат в год. Ребят, задумайтесь, да, что на обычной работе вы получаете 12 зарплат, здесь их 17, то есть по количеству каталогов. Плюс премии и доход выплачивается на ваш личный счет каждые 3 недели. Все это официально. Мы платим налоги, мы платим отчисления в пенсионный фонд, поэтому у нас идет стаж, идет соцпакет. Если кому-то это очень актуально, пожалуйста, в сотрудничестве с компанией это присутствует. Развиваемся мы в 68 странах мира. Компания сотрудничает не только с Россией, да, но также это страны СНГ и более 60 стран, где присутствует продукция компании Oriflame. Про путешествия я уже сказала, да, то есть лидеров компании вывозит за свой счет, за счет компании в различные экзотические страны. И что очень важно, это бизнес передается по наследству. Вы как понимаете, да, неважно на какой вы должности работаете, это обычный какой-то, да, рядовой работник, либо уже директор какой-то компании, бизнес вы, к сожалению, работу по найму вы не сможете передать по наследству своему ребенку. Единственное, что можете передать, это, возможно, свои знания, но, к сожалению, не всегда по знаниям, да, человека берут на работу. Здесь же, если вы захотите отойти от бизнеса, вы можете передать этот свой бизнес уже с организованным товарооборотом, с нормальным, хорошим доходом по наследству, это близким родственникам, родителям или детям. Далее, итак, в чем же смысл нашего бизнеса? Смысл любого бизнеса в получении прибыли. А наша задача – создать товарооборот для вашего онлайн-магазина, то есть наполнить его потребителями и партнерами. Как ввы понимаете, в каждом бизнесе продвигается какой-то товар либо услуга. В данном случае это товар, это средство, которое представляет, косметические средства, которые предоставляет компания Oriflame. Что же нужно делать? Для каждого новичка, в принципе, вот довольно-таки кратко и понятно представлены три правила, без которых бизнес наш развиваться не будет. Это приглашение людей, посещение обучения онлайн и использование продукции. Давайте же разберем каждый из этих основных пунктов по порядку. Итак, приглашение людей в бизнес. Для того, чтобы наш бизнес развивался, для увеличения товарооборота, мы приглашаем других людей и рассказываем им возможности компании. Где же можно брать этих людей, да, скажете вы? Во-первых, нам предоставляется два крупных рынка, да? Это теплый рынок и холодный. Теплый рынок – это люди, которых вы знаете, ваши знакомые, друзья, и люди, которых вы, в принципе, когда-то видели, здоровались, да, либо, возможно, ранее с ними общались. И второй рынок – это холодный рынок, это социальные сети, это доски объявлений, где очень-очень-очень много людей. Если вы наберете в любом поисковике слово «работа», вы увидите, что на данный момент работающих более 30 миллионов людей. Поэтому я думаю, что из этих 30 миллионов для себя вы найдете каких-либо партнеров, правильно? Итак, что же мы делаем? Мы приглашаем людей. Мы даем объявления на сайтах работаем по резюме и рассказываем этим людям
о способах заработка. Регистрируем их на официальном сайте компании, даем все инструкции, у нас есть пошаговая система работы, обучаем. А на первых этапах обучаем мы, если вы еще новичок на данный момент, да, и далее мы создаем большую команду, потому что это бизнес у нас командный, и без команды у нас ничего не получится. Также необходимо постоянно обучаться, потому что нужно, как говорится, наращивать мозги, да, без обучения ваш бизнес расти не будет. У нас проходят обучающие вебинары несколько раз в день по московскому времени для удобства, да. Почему несколько раз в день? Потому что наши партнеры находятся в разных уголках России, в СНГ, даже иногда за рубежом, и, соответственно, в разных часовых поясах. Вы можете время выбрать удобное для вас. Вот смотрите, в 11.17 и в 21.00 у нас проходят презентации бизнеса для новичков. Это примерно то же самое, что вы слышите сейчас, только спикеры разные и, соответственно, могут немного по-разному преподносить информацию. 18.00 – это различные тематические вебинары, и это вебинары, на которых рассказывается о рекрутинге, то есть о способе приглашения людей, о финансовой грамотности, командообразовании, лидерстве и так далее, то есть различные темы. И в 19.00 обычно проходят командные планерки «Школы для новичков». Итак, ребят, очень важно посещать обучение для того, чтобы вы были в курсе современных тенденций, потому что наш мир очень быстро меняются даже те же самые социальные сети. Люди какие-то новые тенденции, да, узнают. Без этого вам в этом бизнесе будет очень трудно, потому что вам нужно будет обучать свою команду. Необходимо будет изучить информацию на нашем обучающем сайте. Так, немножечко старая ссылочка, у спонсора обязательно спросите, сайт немножко другой, udiamond.com сейчас. Подписаться на канал YouTube и обязательно смотреть записи. То есть, если вы не успеваете посмотреть обучение онлайн, вы всегда можете посмотреть запись, которая выкладывается в наших чатах, либо спросить ее у человека, который вас пригласил. Очень важно также читать книги по бизнесу. Одна из самых основных книг – это «10 уроков на салфетках». Итак, наше обучение проходит онлайн, 7 дней в неделю, и оно абсолютно бесплатно. Я думаю, что этот критерий тоже очень важен. Следующий пункт для развития вашего бизнеса – это покупать продукцию для себя и для ваших близких. Давайте рассмотрим вот этот пункт. Да? Почему мы покупаем продукцию для себя? Смотрите, ребят, так как мы не занимаемся продажами, да, не продаем косметику по каталогу, ну, это, конечно же, если вы хотите, если вам это интересно, пожалуйста, можно воспользоваться и таким способом заработка. Однако для того, чтобы развивать и увеличивать товарооборот вашего онлайн-магазина, мы просто начинаем пользоваться продукцией для себя, то есть меняем розничный магазин на свой личный онлайн-магазин. Смотрите, ребят, я думаю, что каждый из вас может сказать, что я покупаю косметику, парфюмерию, средства личной гигиены, витамины, сумки, аксессуары и так далее, да? Дайте обратную связь, ребят. Все из вас покупают, да, такие товары. Моются, девушки красятся, например, следим за здоровым образом жизни, так? Вот. Итак, смотрите, если мы покупаем все эти средства, да, личной гигиены и так далее, в розничном магазине мы увеличиваем товарооборот и, соответственно, доход владельцу этого самого магазина. И нам за это единственное, что могут сказать спасибо на кассе, да, и в принципе и все, да, улыбнуться максимум. Иногда и этого не дождаться. Если же мы покупаем все то же самое в своем личном онлайн-магазине, мы увеличиваем товарооборот себе, соответственно, увеличиваем себе доход. Поэтому я думаю, что каждый из вас, да, если поймет идею бизнеса и задумается, где же мне лучше покупать, я думаю, каждый поймет, да, что лучше покупать в своем онлайн-магазине, где вам за ваши покупки еще и заплатят доход, который будет постоянно расти и увеличиваться. Если вы не пользуетесь продукцией, да, если вы не хотите покупать ее, тогда вам нужно будет по-другому каким-то образом организовать личный товарооборот. Методы у нас тоже есть. Но я думаю, что каждый человек, который понимает, да, смысл бизнеса, если вы, например, открыли булочную, да, вы, в принципе, было бы странно, да, если бы вы ходили за хлебом в соседний магазин. Так и тут у нас это, в принципе, равнозначно. Поэтому меняем розничный магазин на свой личный онлайн-магазин. Здесь вот представлены в табличке, да, доходы до уровня директора.
В принципе, это такой путь можно пройти от 6 до 12 месяцев, в зависимости от ваших темпов роста, от вашего жизненного опыта, от вашего упорства и настойчивости. Да? Я вот пришла в компанию в 2014 году, и вот в среднем за год вышла на доход такой, за последний каталог доход мой составил 32 тысячи. 32 тысячи рублей – это за 3 недели, соответственно, за месяц, да, если календарный брать, будет намного больше. Итак. Да, Оль, здорово. Спасибо большое. Поэтому, ребят, смотрите, казалось бы, цифры эти небольшие, да? Однако, несмотря на это, смотрите, в самом начале, если мы сравним с вами обычную наемную работу, да, и доход в нашем бизнесе, то, допустим, в начале года, если человек получал на наемной работе 15 тысяч, к концу года он будет получать те же самые 15 тысяч. В нашем же бизнесе я, например, уже получаю 30 тысяч, и следующий год я начну уже с цифры 30 тысяч, которая к концу года увеличится в разы. Человек, который работает на наемной работе, будет продолжать получать свои 15 тысяч. И в связи с кризисом в стране, возможно, даже зарплата будет уменьшаться, либо будут увеличиваться должностные обязанности. Поэтому в нашем бизнесе зарплата растет, практически получается, что в геометрических прогрессиях. И помимо обычной зарплаты, вы получаете еще и дополнительные премии за ваш рост, то есть компания вас поощряет. Дополнительно к обычному доходу, вот как вы видите в предпоследнем столбике, вы получаете еще премию по турборосту. 1500, 3, 6, 9 и 12. То есть до уровня директора вы собираете премии 31500 помимо вашего дохода. Ребят, хочу еще сказать, что дойдя до уровня директора, вы получаете около 160 тысяч. То есть это единовременная премия 1000 долларов за закрытие звания директора. Причем премия эта выплачивается, как я уже сказала, по курсу на день выдачи этих денег. Следующее, вы получаете 70 тысяч, да, также за закрытие звания директора в экспресс-режиме. Собираете премию по турборосту 31500. Получаете премию на покупку собственного автомобиля, ее выдает компания ежекаталожно, это от 3 до 9 тысяч. Причем эти деньги вы можете использовать как на покупку автомобиля, так и, в принципе, на любые другие цели. Поэтому, ребят, по закрытию звания директора вас ждет очень много, очень большие денежные средства, как я уже перечислила, да, и плюс, соответственно, основной доход, который будет уже как минимум от 30 тысяч за каждые 3 недели. Итак, как же выплачивается доход при сотрудничестве с нашей компанией? Доход выплачивается только на расчетный счет при открытии индивидуального предпринимателя. Мы не являемся наемными сотрудниками компании и работаем с ней по договору оказания информационных услуг. Компания является международной, официальной, никакая не шарашкина контора, поэтому выплаты идут только на расчетный счет, никаких Яндекс, Киви, кошельков совершенно нет. Как я уже сказала, да, доход является официальным, мы платим налоги по упрощенной системе, это 6%, и плюс отчисления в Пенсионный фонд России около 20 тысяч в год, да, там плюс-минус, может быть, чуть-чуть побольше. Итак, смотрите, ребят, работая на наемной работе, вы отдаете налог на доходы с физических лиц, это 13% зарплаты, и плюс различные мелкие налоги, то есть это те же самые отчисления в Пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, возможно, на некоторых предприятиях еще какие-то отчисления, которые вы даже не видите до выдачи вашей зарплаты. В среднем около 50% из вашего дохода, да, уходит в государство. То есть, смотрите, грубо говоря, если вам начислено 100 тысяч, да, на наемной работе вы получите чуть больше 50. При сотрудничестве с компанией Oriflame, да, вы получаете, допустим, те же самые 100 тысяч начислены, 6% из этих 100 тысяч вы всего лишь отдаете в виде налога в казну нашего государства, да, и в год 20 тысяч в Пенсионный фонд. Соответственно, получаем мы, опять же, чуть меньше 100 тысяч. Я думаю, что разница, да, реальная, причем она очень большая, и выгода, к сожалению, не в пользу наемной работы. Когда мы рекомендуем открывать индивидуального предпринимателя, желательно не сразу, а примерно с уровня директора, да, то есть, как я сказала, через 6-12 месяцев обычно достигают этот уровень. В принципе, конечно же, по желанию, однако до уровня директора доходы не очень большие, а налоги уже платить придется.
Поэтому рекомендуем открывать с уровня 18, менеджер 18%, либо уже с уровня 22%, то есть это директор. До того, как вы откроете ИП, все ваши деньги хранятся на внутреннем счете компании, это надежно, как в швейцарском банке, и ни разу компания никого не обманула, все выплаты производятся точно как часы, как те же самые швейцарские. Как написано, да, на слайде, пока ИП нет, налоги вы не платите. Я думаю, что это очень удобно и комфортно. Кто же вам будет помогать? Вам будет помогать сама компания, организуя логистику, бухгалтерию, беря на себя ответственность за продукт, то есть компания-производитель, она также сама отвечает за продукт. Организует она систему качества и развития лидерства. И также вам будет помогать спонсор, то есть человек, который вас пригласил. Каким образом он помогает? Это бесплатное обучение, это полностью сопровождение вас и ваших новичков, это помощь в создании структуры. То есть после вашего оформления в компанию спонсор начинает регистрировать следующих партнеров уже в вашу команду. Таким образом, начинает наполнять ваш уже онлайн-магазин партнерами и лояльными потребителями. Это очень выгодно и здорово. То есть даже просто зарегистрировавшись, пока обучаетесь и начинаете вникать в суть дела, у вас уже растет команда, растет товарооборот, и вы можете уже начинать получать определенный доход. Итак, что же мы получаем в результате всей нашей работы? Это официальный доход в бизнесе от $1000, да? Что же такое пассивный доход? Это когда вы можете какое-то время не работать, довольно-таки продолжительно, месяц-два и так далее, а на ваш счет будут поступать деньги. То есть это деньги от созданного товарооборота уже вашей команды. Оплачиваемые поездки за границу, конференции, корпоративы и банкет в гостиной на дворе в Москве. То есть уровень директор приглашает уже в Москву, и там организуется банкет, где выступают также звезды российской эстрады. Я думаю, что это очень здорово. Можете набрать даже в Гугле, в Яндексе, в принципе, в любом поисковике. Банкет директоров Oriflame вам выдаст просто шикарные видеоролики, вы можете посмотреть и насладиться этим зрелищем. Я думаю, что каждый из вас захочет там побывать. Элитный стиль жизни, премии, бонусы, автопрограмма. То есть по закрытию вами уровня директор вам предоставляется возможность ежемесячно приобрести автомобиль Шкода Рапид на льготных условиях, и также ежемесячно вам перечисляется на расчетный счет дополнительная премия от 3 до 9 тысяч на оплату этого кредита. Вот. И также вы можете все свободное время посвящать вашей семье, вашему ребенку, либо себе уже лично, да, если у вас пока еще нет семьи. То есть вы становитесь свободным и финансово независимым человеком. Я думаю, что это очень серьезно, очень здорово и классно. Если учесть, что на наемной работе, да, если нам платят деньги, соответственно, у нас нет времени, как говорится, да, что дала мне работа моя, до работы у меня не было ничего, а после работы, имея наемную работу, у меня ничего и дергающийся глаз, да, вот чтобы у вас такого не было, предлагаю вам присоединиться к нашей компании, начать работать, сотрудничать и разбираться в этом бизнесе. Если же вы сомневаетесь, ответьте для себя на несколько вопросов и сделайте выбор правильный, который уже будет вашим собственным, да, осмысленным и обдуманным. В каком месте еще, да, в какой компании вам предоставят трудоустройство официальное при работе онлайн с таким достойным доходом? Ага, Настя, смотрю, вы тоже в декрете, здорово. Так что присоединяйтесь к нашей компании. Ваши дети, ваша семья получает 24 часа в сутки ваше внимание. Или вы все-таки это время отдаете работодателю за зарплату. У вас есть кредиты, долги, ипотека. Сможете ли вы где-то в другом месте выплатить их в течение 2-3 лет? Путешествуете ли вы 2-3 раза в год? Если вы внимательно прочитали эти вопросы, подумаете, взвесите все за и против, я думаю, что вы примете правильное решение. Итак, ребят, ваши действия после регистрации. Вам надо будет обязательно познакомиться со спонсором, с менеджером и с директором. Всегда быть на связи и задавать любые вопросы.
Добавиться в скайп-чат, пройти шаги для новичков на нашем обучающем сайте, выполнять все инструкции спонсора, активировать номер и стать партнером компании, посещать все вебинары. Стартовать нужно быстро, не думать, не тянуть кота за хвост. Ребят, обязательно, если вы хотите с кем-то посоветоваться, посоветуйтесь, пожалуйста, с человеком, который разбирается в этом бизнесе, да, не соседкой, которая когда-то работала, да, продавала по каталогам, у нее ничего не получилось, на самом деле, она заработала 3 копейки, а с человеком, который успешен в этом бизнесе, либо в другом, любом MLM-бизнесе, он вам подскажет, как здесь... Есть ли реальная возможность здесь заработать деньги, да? Потому что здесь может заработать любой человек, да? И мы приглашаем сюда абсолютно любых людей. И есть такие два критерия, да, по которым мы приглашаем людей. Это человек моется, и ему нужен доход. Я думаю, что к этим критериям подходит абсолютно любой человек. И поэтому вливайтесь в процесс, вникайте, обучайтесь, доставайте своего спонсора, и результат не заставит себя ждать. Такие основные действия после регистрации. Итак, дорогие друзья, если вас заинтересовал наш бизнес, обратитесь, пожалуйста, к человеку, который пригласил вас на этот вебинар. Он вас зарегистрирует на сайте компании, поможет вам разобраться в сути бизнеса и начнет уже обучать вас и строить часть вашей команды. На этом у меня все на сегодняшний день. Если есть какие-то вопросы, еще минуточку подожду, задавайте, пожалуйста. Сейчас для тех наших гостей, кто заполнил форму по розыгрышу подарочка, оставайтесь, пожалуйста, здесь. Сейчас Ольга Соколова, наш практически старший менеджер, проведет для вас розыгрыш лотереи и с помощью генератора случайных чисел мы выберем победителя. Итак, ребят, если вопросов нет, я с вами прощаюсь. Всем удачного дня, с наступающим Новым годом и успешного развития бизнеса в сотрудничестве с нашей компанией. Всем всего доброго. Всем привет! Давайте проверим звук, связь. Оцените, пожалуйста, по пятибалльной системе, как меня слышно. И сейчас для вас сюрприз, да, который мы вам обещаем. Спасибо большое за обратную связь. Ну что, я думаю, что будет целесообразно сейчас нам отписаться, кто из участников розыгрыша здесь присутствует на вебинаре. Всех лишних мы уберем. И те, кто остался на вебинаре, да, мы между ними и разыграем нашу корзинку. Давайте отпишитесь, пожалуйста, плюсики поставьте, те, кто здесь. Я сейчас буду зачитывать. Так, минуточку. Екатерина Дмитриева. Есть? Екатерина Дмитриева. Подождите, ребят, плюсики пока не ставьте. Поставьте, пожалуйста, Екатерины нету, да? Восклицательный знак давайте тогда будем ставить, чтобы плюсики не мешали. Так, Екатерина, не вижу. Следующий у нас Ирина Иванова. Есть? Ирина Иванова. Я просто сразу убираю ее. Екатерины, если нету, то я ее убираю. Дмитрий. Ну, ладно. Дмитриева нет. Убираем. Ирина Иванова. Ирина Иванова, есть, ребят? Яковлева Надежда. Есть? Так, Яковлева нету.
Убираем. Оксана Кочетова. Так, Оксана Кочетова. Так. Дальше Наталья Киреева. Извините, пожалуйста. Сейчас посмотрю. Не вижу. Не вижу я. Наталья, заполняйте быстренько форму. Спонсоры киньте в личку в социальных сетях. Ладно? Я пока продолжу. Натальи Киреевой нету. Ирина Кухарева. Если ударение малинчики неправильное, то извините, пожалуйста. Ирина Кухарева есть? Григорьева Елена, вы из нашей команды. Наталья, кто вас пригласил на вебинар? К этому человеку быстренько напишите в социальных сетях, он вам скинет информацию. Оксана, ты тоже уже член нашей команды. Так, Ирины Кухаревой нет. Светлана Шубина. Ага, Татьяна, спасибо, что скинула. Светлана Шубина есть? Батюк Елена. Мы сюда пригласили, пригласили кандидатов. Да, гости участвовали. Кто участвовал в, нашей, в нашем розыгрыше, они выполнили условия, да, там были определенные условия по розыгрышу. И заполнили форму. И нужно было прийти на вебинар прослушать. Вот сейчас последний этап отбора. Да? Мы смотрим, кто у нас прослушал вебинар. Потек Елена нет, да? Так, Крыловская Юлия. Видела где-то? Удачи. Вероника Кочетова. Есть. Вижу. Саркисян. Анапа. Да, Вероника. Вижу тебя. Саркисян есть? Не видно. Илькевич Алина. Моя девочка, она, наверное, не смогла. У нее проблемы с ноутбуком. Ноутбук полетел. Ну, все, удаляем. Иванова Юлия. Кристина Саркисян. Иванова здесь. Виктория Кашкина. Нет.
Виктория Кашкина. Вижу. Удаляем. Артем Кашкарев. Ирина Беляева. Давайте побыстрее, ладно, ребята, а то мы так долго будем перечислять. Артем нету. Ира тут, да? Где? Артем, они. Так, Юлия Иванова, я уже говорила, я ее видела, здесь она. Татьяна Пашинкина, здесь. Елена Волоскова. Ага, Елена. Елена, не вижу. Инна Алиндукова. Есть Инна? Инна нету. Екатерина Ильиных. Есть. Людмила Чебурнова. Людмила есть? Каюмова Леся. Кромушкин Диана. Каюмова Леся есть? Кромушкин Диана есть. Так, ребят, 11, а, 2 до 11. Сейчас я вам покажу экран, ладно? Чтобы вы посмотрели. Сделаем это. Какой Людмилы? Наталья есть. Саркисян Кристина есть. Кого еще нет? Бурновой? Людмилы? Давайте напишем. Не Жанна. А, или ее убрать надо. Темова есть, да. А, Люду удалить. Хорошо. Криловская Юлия, Вероника Кочетова, Иванова Юлия, Ирина Беляева, Юлия Иванова, Татьяна Пашинкина, Каюмова Леся, Кромушкина Диана, Ефремова Наталья, Саркисян Кристина. Все участники здесь? Никого не забыли? Ирины забыли? Ирины и Екатерина? Ну, есть. Все? Ребят, говорите, если вдруг кого-то забыл. Итак, косметическая корзина у нас будет состоять из большого объема шикарного шампуня серии Natur, очень полюбившийся многим пользователям средств компании Oriflame. Из большого объема геля для душа той же серии Natur и мыло, ароматное мыло, которое любят многие, кто вообще когда-то слышал о компании. Да? А мыло это очень ароматное,
его любят не только взрослые, но и дети. И серия Love Nature для ухода за вашей кожей, где включается маска очищающая, крем вокруг глаз, тоник и крем дневной для ухода за вашей кожей. Каждая девушка знает, что нужно ухаживать за своим лицом именно одной серией косметических средств, да, а не разбавляя разными другими средствами. Поэтому вот эту одну серию мы вам и дарим. Плюс еще в состав корзинки будет входить многофункциональный бальзам для губ, который сохранит увлажнение ваших губ до конца дней. Тоже мы его все используем и хотим, чтобы вы тоже попробовали. Вообще, бальзам очень хороший. Вот эту косметическую серию мы сейчас, косметическую корзинку мы сейчас с вами и разыграем. Так, ну вот сейчас мы будем поздравлять, поэтому давайте я вам покажу экран. Видите, да, мой экран, вот сейчас, смотрите, обратите внимание, у нас циферки начинаются с 2 и заканчиваются до 12. 12 человек будут принимать участие в розыгрыше корзинки. В генераторе цифр мы представляем от 2 до 12. Согласны? Со мной? Хорошо. От 2 до 12. На третий раз я выберу победителя этой картинки. Итак, 1, 2, 3, номер 5. Ура! Номер 5, давайте посмотрим. Это у нас Ирина Беляева. Ура! Поздравляем, аплодисменты восьмерочки. Ирина Беляева получает корзиночку. А с ней свяжется Екатерина Сунцова и расскажет, как эту корзиночку ей получить. Хорошо? Поздравляем. Поздравляем. Ребят, ну, я бы вам хотела, конечно же, поздравить вас с наступающим Новым годом, да? Хотела вас всех увидеть, конечно же, в нашей команде. Давайте будем вместе с нами зарабатывать, потому что действительно это того стоит. Мы сидим дома, через компьютер общаемся, много друзей у нас, вместе не только работаем, но и путешествуем. Кстати, ребята, мы уже строим планы на лето, куда бы нам съездить, кому бы в гости поехать или какие планы построить. Мы уже собрались в Москву, кто-то едет в Крым. Да, кто-то на банкет директоров уже квалифицировался. И мы будем тоже видеть вас в нашей команде, рады. Поэтому с наступающим вас Новым годом! Хочу, чтобы все планы, все мечты, которые вы для себя построили, да, обязательно сбылись. Всех пока-пока, до встречи!